Депутат от партии социалистов Василий Боля заявил, как бы либералы не пытались доказать, что Игорь Дадон не обладает достаточными полномочиями, чтобы не утвердить кандидатуру Валерия Мунтяну, глава государства не допустит, чтобы пост министра обороны в очередной раз занял человек, не имеющий отношения к армии. С новым темой пришли лицари есть командант Супрема, Форс Лормат. Și în acest context trebuie să conlucrez ministrul apărării cu conducătorul suprem a forțelor armate și nu în ultimul rând eu sunt convins că părerea președintelui în ceea ce ține de numirea unui ministru al apărării va conta foarte mult. Адвокат Павел Медриган, в свою очередь, назвал действия либералов поспешными и лишенными смысла. Я ревила идея, что мы, де факт, не имеем никакого конфликта. Домну президенте, как гражданин, в первую очередь, имеет право на мнение. Домну президенте s-a exprimat că dacă va fi acest candidat, eu nu exclud ca să-l resping. Păi faptul încă aplicării legii încă n-a intervenit. Da? Deci dar toți aleargă deja la Curtea Constituțională, dar însăși норма легально, но вот лог. В завершение депутат-социалист Василий Боля обратил внимание на то, что либеральная партия испытывает сегодня серьезный кадровый кризис. Окей, адмитим факту, что вине Валерию Мунтяну в фронте министерлой апарарей. А то он себе либерязы после министеру медиалы, который тут есть импортант пентру домну Димшу, а то он же печенял пропонила министеру медиалы. Iarăși, nu poți cu o singură persoană, da, să închizi două direcții. Ранее, комментируя возможное назначение либерала, нынешнего министра окружающей среды Валерия Мунтяну на пост министра обороны, глава государства заявил, что не собирается менять шило на мыло. Игорь Дадон заверил, что сделает все возможное, чтобы эту должность занял настоящий профессионал, человек, готовый работать во благо Национальной армии Республики Молдова.